Медовая пчела считается самым важным насекомым в мире. Эта важность и уникальный образ жизни делает пчелу наиболее тщательно изучаемым созданием после человека. Результаты изучения едва вместились в более чем 30 тысяч книг и статей. Здесь, в институте Муди, мы более 10 лет заняты изучением жизни пчел. Конечно, за такое время мы только коснулись этой области, но и это вызвало глубокую признательность этому удивительному насекомому. Пчела – создание общественное, и потому перед ней стоят многие проблемы человеческого общества, как, например, чистота городов. Когда тысячи живых существ живут в тесноте, они должны соблюдать все правила гигиены или рассчитывать на болезни и даже эпидемии. В улье постоянно работают санитарные бригады. Все отбросы быстро прибираются. Каждая ячейка, а их много тысяч, тщательно чистится и даже лакируется после употребления. В результате такой бдительности улей удивительно чист. И не только чист, но и хорошенько проветрен. Ежедневные и сезонные перемены температуры служат угрозой для здоровья и могут причинить смерть. Личинки погибнут, если температура во время инкубации упадет ниже 32 градусов или поднимется выше 36. Чувственные органы в усиках пчелы улавливают перемену температуры с точностью до четверти градуса по Цельсию. Если температура падает, пчелы питают свои тела медом. Быстро усваиваемый метаболизмом мед превращается в тепло. И совокупно тысячи тел создают покрывало из теплого воздуха, нужного для сохранения жизни. Если температура поднимается, что бывает летом, пчелы собирают воду и распространяют ее по улью. Энергичное обмахивание крылышками создает течение воздуха, помогающее испарению воды и понижающее температуру. Обратите внимание на то, как пчелы контролируют движение воздуха. Воздух входит с одной стороны и выходит с другой. Международный закон охраняет право любой страны контролировать пропуск людей через границы. Отвечающие всем требованиям закона могут входить в страну. То, что происходит между ульями пчел, очень напоминает нам эту процедуру. Пчелы-часовые охраняют вход в улей. У каждого улья свой отличительный запах. И малейшее прикосновение усика сообщает часовому принадлежность пчелы, желающей войти, гражданка она или иностранка. Иностранок силой выгоняют. Оса попыталась войти в улей с целью ограбления, с желанием похитить мед. А гусеница просто оказалась поблизости, но это все равно. Наказание за вторжение одинаково. Блюдце подслащенной воды поможет вам проследить за исключительной эффективностью пчелиного общества. Поставьте блюдце в тихое место в саду. Оно может оставаться незамеченным там часами, днями. Но как только разведчик найдет его, в течение минут появятся другие пчелы. Каким-то образом многим из них удалось отыскать блюдце? Неужели разведчик вернулся в улей и привел их сюда? Нет, но разведчик рассказал пчелам о местонахождении пищи, хотя это и звучит фантастично.
Своим знанием в области коммуникации пчел мир во многом обязан зорким наблюдением и настойчивости выдающегося австрийского ученого доктора фон Фриш. Доктор фон Фриш проделал тысячи опытов и наблюдений в период более 25 лет, проверяя сначала одну теорию, потом другую, пока, наконец, открыл, что у пчел есть свой язык. Во-первых, разведчик показывает сорт, найденную им нектар, просто давая вкусовые пробы. Добавочные информации передаются сложным танцем, подобным восьмерке. Помахивание играет важную роль в танце. Энергичность, с которой движется брюшко пчелы из стороны в сторону, означает количество сахара в найденной пище. Пища может быть обыкновенной или вызывающей радостные волнения. Когда разведчик танцует прямо вверх по сотам, он сообщает пчелам, что пища находится в направлении солнца. Если пища находится в обратном направлении от солнца, разведчик танцует прямо вниз. Изменяя угол движения, разведчик сообщает об источнике пищи в любом направлении. 90 градусов вправо от солнца, 40 градусов влево от солнца. Но как она может ориентироваться по солнцу? Не означало бы это, что у пчелы есть какой-то компас? Да, он есть. Удивительный поляризированный световой компас в ее сложном глазе. Но для того, чтобы найти пищу, пчела должна знать не только направление, но и расстояние. Снова посмотрите на центральную часть танца. Время помахивания, число ударов звука в каждом жужжании. Все это мера расстояния от улья до пищи. Этот разведчик говорит пчелам, что расстояние до пищи 0,5 километра. Это показывает, что до пищи 2,7 километра. Но здесь замешано не только просто расстояние. Нормально пчела летит со скоростью 24 км в час. Однако ее путевая скорость меняется в зависимости от направления и силы ветра. О нужном усилии для достижения пищи необходимо заранее сообщить, чтобы разрешить эти проблемы. Для демонстрации эффективности пчелиного языка мы установили три кормушки. Одну у ручья, вторую возле рощи, третью вблизи забора. Разведчик, обнаруживший первую кормушку, помечен точкой. Разведчик, обнаруживший вторую кормушку, помечен полоской. И разведчик, обнаруживший третью кормушку, помечен крестом. Через несколько минут разведчики уже в улье и делятся своими новостями с другими пчелами. Посмотрим же, как были приняты новости. Пчелы окружают разведчика и следят усиками за его движениями. Эти пчелы имеют такую же пометку, как и окруженный ими разведчик, только у них она другого цвета. Вскоре помеченные пчелы начинают прилетать к кормушкам. Но у первой кормушки мы видим только пчел с точкой. Только с полоской прилетели ко второй кормушке. И только с крестами прилетели к третьей кормушке. Во всех случаях пчелы прилетели к тем кормушкам, о которых им было сказано. Итак, мы видим, что танец пчелы – это инструктаж перед полетом, сообщающий пчелам определенные точные данные о пище, количестве сахара в ней, направлении к ней и расстоянии до нее, которые нужно пролететь им. В какой мере пчелы полагаются на полученные данные, видно из того, как они заправляются пищей. Можно подумать, что живущие в ульях пчелы набирают полный запас пищи. Но это не так.
Действительно, измерения содержимого желудка пчелы, летящей на определенное расстояние, показали, что она набирает лишь столько пищи, сколько ей нужно, чтобы достигнуть цветов, с которых она берет нектар. Больший запас означал бы сокращение запаса меда в улье и снижение добычи, приносимой обратно. Для пчелы это важное дело. Если запас пищи иссякнет прежде достижения места, где его можно пополнить, пчела может умереть. Время от времени вам приходилось видеть пчелу, ковыляющую по траве. По какой-то странной причине у нее иссяк запас пищи. Вы можете подталкивать или даже приподнять ее, но она не может лететь. У нее недостаточно энергии, и она не может заставить свои крылья поднять ее. Но если ей дать подслащенный сахаром воды или меду, она вскоре улетит. Пчелы буквально рискуют жизнью, полагаясь на данную им информацию. И эта система весьма эффективна. За один год и только в Соединенных Штатах собирается 112 миллионов килограммов меда, не считая почти в два раза большего количества употребляемого в пищу самими пчелами. Значит, пчелы собрали, высосали, перенесли и переработали приблизительно 680 миллионов килограммов нектара. Превращенный в мед, он наполнит 45 миллионов картонов, из которых могла бы получиться башня 130 тысяч километров вышиной. Население пчелиного города меняется несколько раз в год. Из 80 тысяч жителей через несколько месяцев останется 15 тысяч. И вдруг так же неожиданно число снова возрастает. Это колебание не случайно, но происходит в результате внимательно регулируемой системы контроля рождаемости. Центром этой системы является матка улья. Когда возникает нужда в матке, группа рабочих пчел, называемых нянями, выбирает несколько очень молодых личинок и кормит их обильно королевским желе. Одна из личинок станет королевой. Так в буквальном смысле королевы создаются, а не рождаются. Ячейки для этих личинок увеличены, чтобы было легче вместить крупную пчелу. Развившись, королева возвещает о своем прибытии прежде появления на свет. Похожий на писк звук, вызов другим кандидаткам, как бы боевой клич. Королевы вступают в смертный бой до тех пор, пока в живых останется только одна. Оставшаяся королева феноменально плодовита. В один день она может положить столько яиц, что их вес будет более чем в два раза превосходить ее собственный. Но она не властна над числом яиц. Это за нее решают другие. За ней присматривают няни-кормилицы. И чем больше они кормят ее, тем больше она кладет яиц. Регулируя количество пищи, няни регулируют количество яиц. И отсюда происходит такой строгий контроль прироста населения. Яйцо кладется в ячейку. Через три дня появляются личинки. Личинка не покидает ячейку, в которой она вылупилась. Всю нужную для ее развития пищу приготовляют и приносят рабочие пчелы-няни. В течение первых шести дней няни несколько тысяч раз посетят каждую ячейку. Подумайте, тысячи посещений для того, чтобы вырастить одну пчелу. Тысячи личинок развиваются одновременно, и каждой нужна определенная пища, состав и количество которой находится под строжайшим контролем рабочих пчел. Осоты, жилище, в котором выращиваются личинки, склад нектара и пыльцы. Да ведь это же архитектурное чудо.
Строительный материал, воск, производится самими пчелами. Мед поедается в больших количествах, но для определенной цели. Наевшись до отказа, строительные инженеры собираются на месте строительства. Они прицепляются один к другому, образуя так называемую живую лестницу при помощи цепких крючков, расположенных на концах их лапок. По нескольку часов висят они так, и те, которые наверху, держат на себе вес всей лестницы, которая сформировалась под ними, пока, наконец, почти через сутки начинает появляться воск в виде тонких пластинок на брюшке пчелы. Пчела подносит воск себе ко рту и начинает обрабатывать и перерабатывать его, смешивая с пенистой жидкостью. В конечном счете из воска получается сотый. Вот этот кусок сотов весит чуть больше 30 грамм, но они символизируют 30 тысяч пчелиных километров при собирании нектара. Более 100 тысяч пчелиных часов ушло на переработку нектара в мед и воск. И на постройку сотов из воска ушло еще добавочных 18 тысяч пчелиных часов. Соты строятся по точному образцу, чтобы как можно экономнее использовать употребляемый на их постройку дорогой материал. Если бы пчеле нужна была одна ячейка, цилиндр был бы идеальной формой. Он подходит пчеле и имеет максимальную емкость при малой трате материала. Но вот когда ячейки соединить, преимущество исчезает. Тут пустое место между ячейками. И что еще более важно, стенки одной ячейки не служат стенками для соседней ячейки. Пятиугольник подходил бы пчеле довольно хорошо. Но, к сожалению, пятиугольники нельзя сложить так, чтобы стенки были общими. Эти общие стенки возможны только при трех определенных формах – треугольнике, квадрате и шестиугольнике. Однако этот треугольник дает слишком мало полезной емкости на массу употребленного материала. Квадрат немного лучше, но недостаточно. Шестиугольник – единственная идеальная форма. И, конечно, ею и пользуются пчелы. Она дает наибольшую емкость при минимуме материала, и она наиболее прочна. Применяя этот же метод строительства, инженеры создали самые крупные в мире зернохранилища. Скоростные самолеты используют принцип сотов в своей конструкции. Сотоподобный материал служит прокладкой между внешними листами и дает максимум прочности при минимуме веса. Современная наука с ее быстрыми вычислителями и сложными математическими формулами не смогла улучшить рентабельности сотов. У них идеальная строительная форма. Медовая пчела удивительно успешна в технических и механических делах, область, в которой человек преуспевает. Но пчела имеет успех и в другом, в чем у человека вовсе нет успеха. В пчелином обществе нет проблем между руководителями и рабочими, нет забастовок, нет безработицы, преступности, бунтарства против власти. Нельзя сомневаться в эффективности пчелиного общества. Нужно признать, однако, что эта эффективность основана на крайней непримиримости и безжалостности. У пчел нет безработицы, потому что они имеют абсолютный контроль над ростом населения в соответствии с экономическими условиями. Нет нужды в заботе о пенсиях, больных и стариках, потому что закон Улья требует, чтобы пчелы буквально убивали себя работой за 5-6 недель, хотя они могут жить годами. Если королева не способна класть требуемое количество яиц, ее жалят насмерть. Сразу же после периода оплодотворения все трутни или самцы уничтожаются. В пчелином улье
Личность – ничто. Государство – все. Эта система подходит пчелам, потому что у каждой пчелы свой специфический образ поведения. И она заключена в него тем, что в прошлом у нас называлось инстинктом. Некоторые предлагают, что и человеку нужно принять социальный строй, подобный пчелиному. Делая это, они знают, что предлагают крайне беспощадное общество. Они также знают, что человек инстинктивно не связан. Такой образ поведения. И потому они предлагают заменить силой этот инстинкт. Ни один мыслящий человек не согласился бы на такое предложение, не приняв сначала два основных догмата атеистического материализма. Один говорит, что человек просто высокоразвитые животные и отличается от низших тварей степенью развития, а не качеством. Другой считает, что нет у нас абсолютных мерил добра и зла, и что имеющиеся мерила неприменимы на деле, нереалистичны, искусственны. Иными словами, считается, что нет образца поведения, который бы подходил к запросам людей. Человек волен развивать свои мерила или заимствовать их даже у животных. Но правда ли, что люди лишены такого стандарта поведения? История указывает на то, что все цивилизованные общества основаны на определенных моральных и этических принципах, содержащихся в 10 заповедях. Теперь многие смеются при одном упоминании 10 заповедей. Им кажется, что они вышли из моды, что они неуместны в нашем модерном обществе. Но так ли это? Как давно читали вы 10 заповедей? Они содержат такие вещи, как «не убей», «не кради» или «не пожелай», «люби ближнего твоего, как самого себя». Разве плохой этот образец для поведения? Подумайте, каким был бы мир, если бы каждый был связан автоматически, окончательно в этот образец. Не было бы войны, злодеяний, расовых проблем и бедности. Можно было бы распустить армию и полицию, убрать замки с наших дверей и могли бы посвятить свое время на что-то конструктивное. Нет, в образце нет ничего плохого, он безупречен. Вся наша беда в том, что человек не держится этого образца. Кстати, все данные поддерживают мнение, что человек сам по себе морально не способен держаться этого образца. Почему? Отсутствует сцепление. Это случай или недосмотр? Ведь если малый насекомый можно заключить в такой образец, безусловно, всемогущий Бог мог бы заключить в него и человека. И все же, посмотрев вокруг, ясно видим, что у людей вовсе нет образца. Конечно, не этот. Теперь подумаем немного. Если Бог связал человека с таким образцом, он лишил бы его того, что делает его человеком. Бог лишил бы его свободной воли, права выбора. Вместо заключения в такой образец, Бог сделал для человека нечто более чудесное. Бог предлагает соединить человека с собой в близкой, личной, живой связи. Возможность таких отношений представляет ту конечную, огромную разницу между человеком и зверем. Студенты, изучающие поведение животных, не нашли в них и намека на сознание или ощущение Бога. С другой стороны, человека считают неизлечимо религиозным. Этот голод сердца человека и желание познания Бога универсальны. Thank you.
В некоторых частях земли эта жажда Бога жестоко подавляется. В других люди стараются в забавах игнорировать его. А есть места, где эта жажда изуродована и искажена до неузнаваемости. Но эта основная нужда в сердце людей универсальна. Без общения с Богом человек неполноценен, беспокоен, неуверен. Бог ничего не дал человеку для счастья и успеха вне этого общения, потому что он не создавал людей для жизни без него. Библия, Слово Божие, ставит точным языком условия, при которых эти отношения с Богом могут быть установлены. Во-первых, мы должны честно признаться, что не исполнить нам 10 заповедей. Мы грешники, нужна помощь. Затем нужен шаг веры. Мы принимаем эти отношения с Богом как дар. Иоанн 1:12 говорит, а тем, которые приняли его, то есть Иисуса Христа, и дал он им власть быть чадами Божьими, всем тем, кто верит во имя его. Это Божье разрешение проблемы нашего поведения. Разрешение источника проблемы не группы, а индивидуума. Могут ли эти отношения с Богом разрешить проблемы мира? Они могут разрешить проблемы в той части мира, за которую вы сами ответственны в жизни вашей. А потом это пойдет к другим, когда вы станете живым свидетелем того, как сила Божия преображает людскую жизнь.